Только самые крутые ребята в мире успеют поставить лайк за 3 секунды! Ребята, всем здорова! С вами, как всегда, Овермал, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Гольфит! Всем здорова, чуваки! Ну что ж, ребят, вот такая вот у нас классная карта по традиции на 18 лунок. Ну чё, Мал, давай проходить, все, поехали. Давай постараемся. Оп. Ой, а так ой, стой, 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 а я вот хорошо, ты Мал. Попал? Да, о, мне повезло. Попал? Жесть, а там дальше, смотри, какая лунка будет. А ну-ка, смотри, оп. Я снова перелетел. Бро, это сложно, слушай, нифига себе. Ну я вижу пока что. Тут надо как-то... Подожди, можешь не прыгать? Ага, спасибо. Отскочить? Мал. Это невероятно сложно. Ой, я, кстати, обратно вернулся. А я не знаю, нужно как-то отскочить так, чтобы попасть в лунку. Как это сделать? Наверное. Мне хотя бы доехать до тебя. Давай. Ой, я почти в лунке, братан. Давай. Мне, конечно, посильнее бить вот прям. Не, ну задрот. Я попал? Да, 6 раз. 6 раз. Я тоже, бро. Стоп. Стоп. А, все, все. Слава богу, я финишировал. Капец, я уже испугался. Я не финишировал. Ой, жесть. Так, куда мы поехали, мол? Нифига. Вау. Так, я, короче, куда-то... Мал, ты меня выбил. Мал, знаешь об этом? Это ты меня выбил. Ё-моё, капец, ребят. Ладно, короче. Я куда-то падаю через деревяшки. Что это, Мал? Эти брёвнышки, ё-моё, я не знаю. Я почти остановился. Я, короче, слышь, меня заспавнило. Мал, меня заспавнило, бро, да. Меня заспавнило? Меня сейчас, походу, опять заспавнит, нет? Нет, возможно. Нормально. А я финиширую, кстати. Что? Как тебе повезло? А меня в дырку? Чего? Почему это так, удача, бро? Как тебе удача. Повезло? Ё-моё, удача, ребят, сегодня не на моей стороне явно, потому что Малу повезло больше. Я уже походу. Сколько попыток потратил, Мал? Фух. Хорошо, я сейчас да, вот немножко не испугался, братан. Так, и в сундук теперь? Реально? Ну-ка, а там сильно или как? Не, потихоньку. Да вот раньше, ты специально ждал, да? Специально ждал, чтобы я сильнее ударил. Я не успел. Вот так вообще, Мал. Фу, нежненько. Короче, нормально. Блин, у нас разрыв по очкам очень большой. Ну ладно. Так, что тут, смотри. Канализация. Понятно. Тут, короче, в телепорт нам, бро. Вау. Вау. Я выпал. А дальше я куда? Упал. Куда? Куда? Чё такое, брат? Я в самый низ упал, нормально. Вау, меня откинуло, да. Стой, там в бортик вообще нельзя, брат, попадать. Какой бортик? У-у-у, иначе... А, это бесконечно. Бортик, который... Всё, Мал, это вот бесконечно, там? Брат. Во-во, сейчас посмотришь. Спасибо, что откинул меня, спасибо. Сейчас посмотришь. Огромное тебе спасибо. Ой, бро. Ты попал сюда в телепорт. Вау. В смысле? Что? О, я финишировал, а Мал. Да, я не знаю, я финишировал. Я остановился благодаря тому, что в тебя врезался, братан. Просто давай. Во, лучше так. А я смогу, кстати, я успею сделать попыток? Да, 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 успеешь. Нет, ну так нет. Нет, так нет, бро. О, ё-моё. Ну ты старался, было близко, брат. Реально было близко. Мы 3 лунки только прошли. Что? Серьёзно? Да, походу сейчас будет прям очень жёстко. Погнали. Давай, поехали. Оп. Дальше. Ой, хорошо. Стой, я засейвился, бро. Я вылетел почти в ящик. Ты там как-то посильнее, знаешь, ударься, братан. Ну так вот. Ага, окей. Да, сейчас, сейчас. Типа вот прям да. Ну-ка. Во, я вроде еду. Так, и отлично. Я докатился, стой, стой, не падай, только не падай, только не падай. Я не упал. Я тоже, хорош, бро, мы с тобой вообще нормально. Вот. А тут, братан, просто лупи так, что прям вообще со всей дури, давай. Вот так, да. Ну да, не со всей дури. Красава. Так, а что тут? Опа-на. Вау. Подожди, какие-то лестницы. Бам, а я сразу, Мал. Хоба. А, понятно. Надо было лучше сразу на спиральку, да. А, реально? О. Вот, о, главное долететь, меня, как бы, меня перекинуло то с одной спиральки, то на другую, что? Я вообще упал. Мал, давай на левую, мне кажется, тут полегче, брат. Я не знаю, почему. Да. Мне кажется, тут просто какие-то бортики, а справа нет, я смотрю, бортиков. Да, да, давай да, ко да. мне, братан, давай реально ко мне, потому что я уже у лунки, походу. Я упал. Ну, бывает, брат. Я чуть между не упал между этими, между рампами. Между рампами? Рампами. Все, я прошел, давай, братан, я смотрю. Во, а тут изи, все, дальше можешь, кстати, посильнее, мне кажется. Попробуй посильнее, чтобы сразу перелететь до финиша. Хорошо, хорошо. Идеально, братан. Давай. Хорош! Ну как можно было так приземлиться? Ё-моё, не знаю, брат, ну практически прошел, нормально. А теперь, оп.
Там финиш был. А я не финишировал. А я смогу на крыше остановиться? А ты остановился? Меня скатывает. А ты пройдешь сейчас? А, нет? Блин, чуть-чуть. Я тоже, кстати, не прошел, мол. Я не знаю, как тут вообще залетать. Наверное, слабенько. Надо, кто прям совсем аккуратненько, да? А я на крыше остановлюсь, нет? Оттуда скатывает. Не-не. Ай-яу. Ну да, вот-вот. Вот, да-да-да, вот, именно вот так. Ну всё, да, доедь, он не доехал. Мне пришлось попытку потратить. Представляешь? Вообще. Вау, смотри, тут посильнее, бро. Вот так. О-о-о-о, послабее можно. Ну, короче, сильно, но слабо. Так, оба. А смотри, а кто летит в лунку? А кто летит? А кто, не докатится? А, не знаю, не я. Не доехал. Повезло, реально повезло. Капец, потная карта, ребят. Прям лайк можете влепить за этот пот. Ой, мал, не так сильно там бей, там можно вылететь. Хоп. На. Чего? 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 Ты видел? Нет, ты видел? Так, хопа. Вот, кстати, хорошо летишь. Фух, если бы я еще... С 11, ну нормально, братан, нормально. Сравнивайся потихонечку, смотри. Потихонечку сравнивайся, братан. Да тебе хана сейчас будет вообще. Я прошел. Мало, там можно было сразу ударить. Я не буду это комментировать. Мне кажется, легче было ударить сразу, на самом деле. Я не знаю, почему ты вниз ударил. Да, по-моему, правда было легче. Зажимай R, братан, чтобы не тратить попытки. Я тебе дам совет. И бей. Фух, не, хорош. Ну, тут, окей, тут здесь надо было просто на рампу не падать. Да, на самом деле, а я просто увидел лунку и ударил, короче. Оп, мал, ты чё? Что это было? Нет, это ты, я вообще выпал. Мы как-то ударились, да, друг в друга, жесткость вообще. Чё это было-то? Ой, а где я? Чё это такое? Потолок какой-то? Так, ладно, поехали. Да, я тебе говорю, в пещере. Да ну, я выпал, чё за прикол? Ну, карта красивая, очень сложная. Блин, ребят, лайкусик просто, ну, базарный. Да, да. А куда там? Я могу ударить сегодня. Да, посильнее, брат. Отлично. Мне кажется. А, окей, окей. А, тут, кстати, лунка такая с углублением, значит, будет легко забить. То есть, в любом случае, если рядом с лункой ударить, то да. Все, ну, я прошел. Отлично. Давай, оба. Красава! Я думал, ты сейчас перелетишь, мол, ты так подлетел, ну, на самом деле. Маленькая была. Да, да. Я тоже испугался. Капец вообще. Так, что тут? Эта лунка, кстати, самая длинная. За 7 раз, брат, проходится. Там. Ой, а куда меня? За текстурину? А! Лол! О. Мне надо спавниться. На Эрмал нажимай. Все, лучше не трать ход. Ты потратил, да? Ну вот я тебе сразу как бы совет дал. Ну ладно, короче. Окей. Я снова за ней. Или не за ней? За ней. Оп. Хорошо. А ты прошел? Да, я немножечко... Во-во, мал, да-да. Там знаешь как, чтобы перелететь? Слабенько перекатиться. Помнишь, как мы типа финишировали с тобой? Да. Там нужно слабенько так же ударить. Ну, послабее, я, наверное. Я не могу, не попадать. Послабее, бро. Да что это за стенка такая? А-а-а, я тут застрял дальше, брат. Ладно, главное сейчас залететь, а дальше... А, ну я не финиширую, брат. Ты там жаловался, и вот, пожалуйста. Я на старте, все. Ты тот самый... Да, так мы не... Так у меня последняя попытка была, я бы не прошел. Ладно, мы, ребят, не прошли эту лунку с Малом вдвоем. Окей, какая-то она была очень сложная. Но здесь Мал... О, я только... Финиш. Чего? Там финиш. Чё? 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 Как ты это сделал? Я его и не видел. А ты на шару или видел? Да, я хотел прилететь, там такой, опа, упал. Нифига ты красавчик, брат, лайфхакер. Ну ладно, я, короче, еду, мал. Я просто, давай. Ну ладно, ну, я при... тоже, ну с пяти раз. Тоже. Ну а ты с одного, жестко все равно, ну, братан. Ладно. Красавчик, так, на, в пушку. В пушку? А, сейчас бы не долететь. Я улетел. А, красава, мы оба с тобой не попали в пушку. Я снова чуть не попал в те же грибы. Я, короче, в пушку. Я опять в пушку не могу попасть, мал. Может, легче в грибы попасть. Ладно, короче, я бью. Ну-ка, куда? Вот туда куда-то, ребят? Ну-ка, бам. Опа. Вон, кстати, да, вроде мишень есть. Я не долетел. А там не в мишень, мал. Там надо на платформу, а от платформы удариться в мишень. Чё скажешь? Я лучше пойду в грибы, хорошо. Хоп. Я попал. Я попал. Попал, только там лунка далеко, мал, что, легче реально в грибы, она капец как далеко, ё-моё, бам. Ну, начал, проходил уже. Не, мал, это просто невероятно. Красавчик. Не, ребят, вот мал умеет реально, вот умеет и могёт, всё. Смотри, да, мал, да. Мне а надо... Ты, кстати, говоришь, давай, просто нет, бей. Мне надо вниз, я уже так бил. Надо отсюда, братан. Вот отсюда, и теперь череп у меня есть... просто так? А там она не долетает. Так, надо три попытки. У меня есть три попытки, бро, две. Ну, у тебя есть одна попытка. Думаешь, успею? Пожалуйста.
Пожалуйста, на последней. На последней секунде я бью. Нет. Бьешь! Да она все не дало. Не прошел. Все, не прошел. Капец, это сложная карта. Да мал! А ты попал? Из-за тебя нет, меня криво кинуло. Спасибо, бро, спасибо, реально. Ладно, окей, ничего страшного. Оп. Все, ну хотя бы звук раз. Короче, я не знаю. Я в правый телепорт, бро, не попал. Отлично, спасибо. Попал? И что там? И нормально там? Тут корабль огромный. Так, я попал в правый, и я рядом с тобой, походу, да? Да, я прям там же, где ты. А где лунка-то? Ну, лети ко мне. Так. Она снизу, смотри, какая-то лунка. Прям над тобой. Надо мной? Погоди. Да, еще под тобой. Так, я не понял, а где надо мной? А, вон она, и туда надо забить? Да, а мы бьемся об этот канат? Да, да, да. Блин, а я бьюсь об него или нет? Наверное. О, я не бьюсь, нормально. Я не бьюсь. Проще в нижнюю упасть. Я не знаю, малый, реально, как вообще. Да все, я не пройду. Ой. Давай, Овер, так ты понял, что меня заспавнило куда? Мне теперь опять туда, обратно. Ну и все. Ладно, не прошел я, ребят, и эту лунку, к сожалению, но это потно, друзья, это потный гольф. Карта так реально сложная. Вообще, даже мал он потеет, видите? Это не просто так. Если даже мал потеет. О, а куда нам здесь? А теперь вот тут вниз как раз-таки мал. Смотри, по стрелочкам. Я ударился. Так, по стрелочкам куда-то вниз. Давай, спускаемся. Понятно, здесь даже паруса нельзя врезаться. То... Ну, так я тебе говорю. Тут вообще никуда нельзя врезаться. О! А где? Давай. Где я вообще? Да не я сижу? Не... Ой, ну, пожалуйста, долети. Я буквально у финиша уже был. Так, а я на платформу все... Да, ты угадал от столба. Хотя нет. Да меня... скатывается столба. Я в деревяшки ударился, мал. Какие деревяшки? Да что за прикол? Вот смотри. Смотри, прицелься. А ты посильнее еще прям бей. Ну, а если посильнее, я бьюсь от парус, брат. Вторая лунка подряд, ребят, которую я не прохожу. К сожалению, и... О, и как назло. На последнем. И как назло. На последнем. Да, и как назло, ребят. Ё-моё, ладно, ничего страшного. Окей, остается у нас две лунки с тобой. И куда? Я, короче, вот сюда. Чёртов корабль. На корабле, кстати, очень сложно, да, братан? Прям капец. Прям очень сложно. На абордаж. Да. В трубу. В трубу надо. Оп. А, нет. Так, я в трубе уже, мол. Оба. Как? А тут чё меня? Куда меня ускоряшки бьют? О. Я финишировал. Куда я? Наконец-то, 7 раз, бро. Тебе надо, наверное, зареспиться. Я не знаю, брат, реально. О, попади в трубу. И ты пройдешь. Последняя попытка. Ай, но твоя очередь не проходить. У нас, кстати, последняя лунка, брат. Последняя. Уже? Да, вот так вот. Слава богу, мучения наши кончились. Наверное. Ой, я куда-то поехал. О, а тут огромная труба, братан. И я поехал. А, это, наверное, ведет нас на финиш. Братан, скорее всего. Ну-ка, ну-ка. Надеюсь. Автоматически, наверное, на финиш. А куда она-то? Оба. Ема, там она огромная. Ох, капец вообще, по всей карте, бро. Ё-моё, жесть. Subscribe to. Там что-то написано. One duck plays. Я сейчас остановлюсь в трубе. Я тоже. Все, он меня сейчас, подтолкнет. Ну-ка, давай, давай. Толкай меня, толкай, толкай. Yes. А, это ненадолго, брат. Это ненадолго, меня... А мы успеем доехать или что? Не, ну в любом случае, пока мы полностью не остановимся, ну вообще да, вообще да. Ну ладно, окей. Ну тут сейчас на повороте будет еще один буст. И там рядом еще один. Ну-ка. Давай, катись. Ну, пожалуйста, надо было, наверное, сильнее в трубу ударить со всей дури, брат. Тогда я дурю, да. А, да? Ну, понятно. Я, по-моему, тоже. Ничего особо не изменилось. Оп, давай. О, все, вот тут после поворота пошло, да. Там сразу в бочку у тебя будет финиш. Да, все, я финишировал, брат, давай. Ты тоже финишируй. Да. Есть. Ну что ж, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Это было невероятно потно, друзья. Карта была очень сложная, поэтому поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Мы потели как могли. Подписывайтесь на себя, наш канал, ссылочки будут в описании. Забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Я уже это говорил, но с вами сегодня были Овер Мал. Всем удачи и пока-пока. Пока, чуваки.